В Москве прошли похороны Бориса Немцова, убитого 27 февраля. Политика предали земли на Троекуровском кладбище, а до этого в Сахаровском центре состоялось прощание с Немцовым. Очередь растянулась почти на километр. Такого скопления людей на гражданских панихидах в российской столице не видели давно. Сегодня же стало известно, что президент Украины Петр Порошенко наградил посмертно Бориса Немцова орденом свободы. А в Организации Объединенных Наций вновь призвали российскую власть провести тщательное расследование убийство оппозиционера. Евгений Маслов продолжит тему. Очередь у центра Сахарова в Москве растянулась на километр. Проститься с Борисом Немцовым пришли тысячи человек. Те, кто не смог все же попасть внутрь, цветы на церемонию передавали по цепочке из рук в руки. Политика хоронили в день рождения его матери всю панихиду. Она стояла у гроба сына, принимая соболезнования соратников Бориса Немцова и его друзей. В числе тех, кто пришел проститься с ним, супруга и дочь первого российского президента Наина Ельцина и Татьяна Юмашева, политики, бизнесмены и общественные деятели Ирина Хакамада, Григорий Явлинский, Владимир Рыжков, Михаил Прохоров, Анатолий Чубайс и Сергей Кириенко. Представители иностранных государств, посол США Джон Тефт и бывший премьер-министр Великобритании Джон Мейджор. Высшие должностные лица России и руководство Думы на панихиде отсутствовали. Из представителей власти проститься приехали вице-премьер Аркадий Дворкович, глава аппарата Белого дома Сергей Приходько и пресс-секретарь премьер-министра Дмитрия Медведева Наталья Тимакова. Отведенных на прощание с Борисом Немцовым 4 часов москвичам явно не хватило. Те, кто не смог попасть в центр Сахарова, скандировали на улице: «Герои не умирают». Это же в своих выступлениях и речах повторяли друзья политика и его соратники. Слова простые, что память будет, мы будем хранить вечно. И дело, которое мы вместе, и Борис особенно ярко это дело проводил в жизнь, рассказывал гражданам про все, что происходит, это дело мы продолжим. И оно завершится тем, что Россия станет нормальной, демократической, европейской страной. Казнь – это, как всякая казнь, показательная для устрашения. За то, что он говорил то, что думал. А еще за то, что он говорил о том, что Россия не должна воевать с Украиной. И что русские не должны убивать украинцев, а украинцы не должны убивать русских. И называл все своими словами. Тот, кто думает, что его голос не будет услышан после его убийства, ошибается. Я думаю, что его гибель ускорит те процессы, за которые он выступал. На Троекуровском кладбище Бориса Немцова по православной традиции отпевали. Здесь не было длинных речей, никто не скандировал лозунгов. С ним прощались в тишине. Борис Немцов был убит в центре Москвы в ночь на 28 февраля. Преступник выстрелил ему в спину и скрылся с места происшествия. Следственный комитет рассматривает несколько версий убийства, в том числе по политическим мотивам. Но никаких выводов пока не готов общественности сообщить. Евгений Маслов, телекомпания RTVI.